Друзья, всех приветствую! Я чувствую, что мне хочется финики. Кстати, несколько фиников в день достаточно. Так, видите, это миндаль, орешки, потом идут белые кешью и это бразильский орех. Это орех молодости. Вот, хочется мне вот сейчас вот это. И творог. Вот я заготовочку сделала. Понятно, что не все это я съем. Сейчас я сливки добавлю. Сливки. Я хочу, друзья, вам сказать, что очень важно, чтобы мы, люди, думали не о своих желаниях, то, что мы хотим, прям, да, а как надо. Но мы можем так думать только в единственном случае, когда наш разум становится сильнее наших желаний, понимаете? Это, конечно, такая работа, знаете, не быстрая над собой. Работа в несколько лет, когда мы делаем то, что полезно, то, что важно, как правильно. Вот. Так, ну, сегодня мне хочется вот это. Это мое желание, да, но это полезно. Это не вредит моему здоровью, а идет только на пользу. Вот. Всех, друзья, я еще раз поздравляю с праздниками майскими. Думайте, очень думайте, чем лучше и правильно питаться.